Не, ну это нормально, да? Сколько лет уже месяцев? О, смотрите, как красиво. Сколько времени? Уже 2 года, да, как мы вернулись домой в Россию? Ну, а у нас в Грушевке вдруг неожиданно вот такой вот знак. Стоит себе спокойно. И, между прочим, обратите внимание, не будем вникать в конспирологию, но здесь животный объект. Удивительно, да? Смотрите, водохранилище, озеро, и вдруг тебе, пожалуйста, здесь Украина, проект, УНДП, Канада, Международной агенции с разведку программ какой-то разведку интеграции Крыму, Судакской районной державной администрации, Грушевской сельской рады и все остальные дела. Еще с 2003 года такая штука стоит у нас здесь. И прикольно, никому до этого нет дела. Ну ничего страшного. Хотя, кроме шуток. Угу. Грушевское водохранилище. Вот, пожалуйста. А вот село Грушевка. О, вся красота. Крым наш, как говорится. Угу.